То самое, украинское зерно уже на протяжении года создает шум в инфолентах, когда коллективный Запад кричал со всех трибун. Как же вывести зерно из Украины? Мол, оно погибнет, если останется гнить в хранилищах. А сельхозпродукцию очень ждут беднейшие страны, где население катастрофически голодает. Довольно простой механизм был заточен на благое дело и, вероятно, бы сработал, если не очередное политическое вмешательство со стороны Вашингтона. Выполнили ли они свои обязательства? Ага, 10 раз. Вместо того, чтобы спасать от голода африканцев, поставили им минимальную часть, а остальное украинское зерно отправилось по демпинговым ценам в Европу. Ничего личного, просто бизнес. Такая афера по-западному.